компании шьет изделия для нужд государства. Выездное заседание состоялось на территории швейной фабрики в селе Красный Восток. Что обсуждали на совещании? Парту героев в честь нашего славного земляка Канамата Баташева открыли в школе Марая Вы. За ней будут сидеть лучшие из лучших учеников. В гостях у многодетной семьи Евдокимовых, которая представила наш регион в Москве, побывала съемочная группа нашей программы. Акцию «Орлята России» запустили ученики 9-й гимназии Черкесска, что удалось собрать ребятам для Центра животных инвалидов «Белый клык». Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» «Вести Карачаево-Черкесия». В селе Красный Восток состоялось выездное заседание участников федерального проекта «Выбирай свою» на тему СВО, тыл и фронт едины. Оно проходило на территории швейной фабрики, которая является обособленным подразделением компании «Воентекстильпром» и производит вещевое имущество для государственных нужд. Перед началом заседания директор фабрики Ренат Хутов провел экскурсию по предприятию и рассказал о том, как оно работает. Собравшиеся обсудили социальную поддержку сотрудников предприятия, внесли ряд предложений по совершенствованию законов, регулирующих трудовые отношения. В средней школе поселка Марая-Ага прошло знаменательное событие – торжественное открытие парты героя в честь героя России Канамата Хусеевича Баташева, погибшего в ходе СВО. В мероприятии приняли участие почетные гости. Парта героя – это ученический стол, на котором размещена фотография, информация о фактах его биографии и заслугах героя. Как отметили собравшиеся, память о погибших – долг каждого живущего. Канамат Хусеевич – настоящий герой, совершил подвиг, проявил личное мужество и отвагу, ценой собственной жизни защищал нас и нашу родину. За партой героя будут сидеть лучшие ученики. Многодетная семья Евдокимовых вместе с бабушкой Любовь Пономаренко из Усть-Джигуты приняли участие в церемонии открытия года семьи и представила наш регион в конкурсе «Династии России», который проходил в рамках семейного форума «Родные и любимые». Сергей и Инна Евдокимова воспитывают восьмерых детей. В гостях у них побывал Алихан Лепшуков. Вот такая атмосфера любви и взаимопонимания царит в доме Евдокимовых в Усть-Джигуте. Сергей и Инна вот уже 22 года в браке и воспитывают восьмерых детей. Отец семейства занимается отделочными работами, а мама – хранительница домашнего очага. Совсем недавно многодетная семья приняла участие в конкурсе «Династия России» в рамках работы форума «Родные и любимые», который проходил в Москве на ВДНХ. Там они познакомились с достижениями регионов России и приняли участие в различных мастер-классах. Столько всего, столько всякого, и елки, одни даже елки. Мы все елки, мы прошли все-все. Все 89 регионов, мы все посмотрели, возле нашей сфотографировались. Интересные, красивые. 75-й павильон, вот. Ну, где представлены регионы России. Да. Вот там, его тоже, его только дня не хватит, чтобы ходить. Столько много узнаешь нового. Очень, очень мы довольны и благодарны. И благодарны вот нашей республике, что, ну, как все организовали, как все сделали. В семье Евдокимовых проживает и бабушка Любовь Пономаренко, которая также активно участвует в воспитании своих 6 внучат и 2 внуков. В первую очередь нужно жить по совести, оказывая поддержку друг другу. У нас 7 было в семье. И я вот, племянники росли. Ну, сестричка как-то, да, сестричка у меня уже меньше родилась, то и в школу не хотелось идти, маму с роддома выписали, я только возле нее и была. Как-то оно в семьях, оно вот, не знаю, все дети тоже, все любят деток маленьких. И вот мы так росли, и когда племянницы были, тоже друг у друга выдирали, кто будет с ним. Все это, все, и я жила. И я и не думала, что у меня там 1 или 2. Я думала, сколько даст Бог, столько и будет. Все дети имеют музыкальное образование, виртуозно играют на скрипке и фортепиано. Очень часто творческая семья проводит музыкальные вечера, и каждый ребенок демонстрирует свое мастерство на музыкальном инструменте.
Мы очень дружны и стараемся помогать по дому маме, признаются сестры Евдокимовы. Старшие дети с особым вниманием и заботой смотрят за младшими. Каждый из нас чувствует свою ответственность в доме друг за друга, отмечают они. Они в музыкалку 2 раза в неделю ходят, дети. И вот у нас 4 младших детей и 4 старших детей. И так распределено, что каждый занимается с... Один старший с одним младшим ребенком после каждого занятия в музыкалке, ну, домашнее задание с ним дома выполняет. Семья Евдокимовых очень религиозная, старается соблюдать все каноны Библии. И, как отмечает глава семьи Сергей Евдокимов, именно любовь к ближнему является основой нашей семьи. Ну и девиз нашей семьи, как бы, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и поступай ты. То есть все, чтоб, как хочешь, чтобы к тебе отношение было, ну, все-все-все, как бы, так вот и ты должен поступать с другим человеком, да, и возлюби, еще есть такая как бы заповедь, но у нас она главная, возлюби ближнего своего, как самого себя, то есть вот как ты себя любишь, вот так и относись к другому. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигута. Учащиеся 9-й гимназии Черкесска поучаствовали в акции и собрали все необходимое для реабилитационного центра животных инвалидов «Белый клык». Подробнее Дарья Тандит. Запущенная акция «Орлят России. Благотворительная помощь братьям нашим меньшим» объединила учеников 9-й гимназии. На протяжении 2 недель ученики собирали необходимые средства для госпиталя «Белый клык» – корма, пеленки, денежные средства. По приезде гостей, радушно виляя хвостом, встречали четверолапые постояльцы. 9-я гимназия неоднократно участвует в такого рода благотворительной деятельности, отмечает учитель Жанна Булатова. Сегодня, например, я узнала, что у них есть магазин, что можно в магазин приносить эту всю помощь. И я думаю, что те детки, которые пришли, те родители, которые пришли, и я донесу информацию до многих родителей, что можно сделать это на постоянной основе. Это действительно люди с огромным сердцем, с огромным желанием. И я надеюсь, это желание не пропадет, помогать вот этим животным, которые попали в очень сложную ситуацию. Госпиталь для животных инвалидов «Белый клык» функционирует в Карачаево-Черкесии на протяжении 5 лет. В него попадают покалеченные животные от жестокого обращения людей. Помимо собак, в госпитале проживают и кошки с различными видами заболевания. Братья наши меньшие нуждаются в постоянной заботе и внимании. Анар Баширов, директор реабилитационного центра «Белый клык», поблагодарил за оказанную помощь учеников и учителей 9-й гимназии. Помощь нам нужна практически всегда, так как корма, расходы на животных очень большие, и в день у нас уходят очень огромные финансы, чтобы прокормить наших собак. Это очень хорошая была идея советников-директоров, что организовали такую акцию, акцию помощи нашим животным, так как дети должны с детства приучаться к доброте и любви к животным, так как если не человек, животным никто не поможет. Для тех, кто хочет иметь хорошего друга, собаку или кошку, но не может содержать их дома, в госпитале «Белый клык» существует проект опеки. Питомец будет проживать на территории реабилитационного центра, а вы сможете его навещать, кормить и проводить время вместе. В животном мире тоже есть чувства, и они гораздо глубже, ведь исходят от сердца. Мирхан – безлапый пес, который потерял свои лапы не в бою, а от жестокости людей. Но в его глазах также продолжает жить надежда и любовь к людям. И когда-нибудь он надеется, что найдет своих настоящих хозяев, которые подарят ему всю теплоту и ласку. Помочь реабилитационному центру «Белый клык» может каждый из вас. Это благородное дело, вследствие которого жизнь животных-инвалидов станет лучше. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Увидела свет новая книга заслуженного журналиста Карачаево-Черкесии, главного редактора республиканской газеты «Черкесхэк» Люсаны Абидоковой. Издание под названием «Забвению не подлежит» из серии «Сибирские репрессии» продолжает тему репрессий и патриотизма. Обо всем подробно автор рассказала Белле Джазаевой. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.